Так, значит, у нас обзорчик будет по комплектации. Так, с чего это все дело сделано. Значит, дрифтинг 175 моделька. Значит, в комплекте две подушки, разные цвета, угол наклона 155 градусов, топган, такие колесики с красными вставками, газлив 4 класса. Ну, вся стандартная комплектация, болты черные, ключ для сборки, подлокотники лодочки, вертлявые, пластиковая крестовина с красными накладками. О, даже здесь заводская трещина на подлокотнике, да, видим. Очень хорошо, хотя кресло только-только вытащил с коробки для обзора. Инструкция на листочке. А4. Ну, соответственно, снизу у нас фанера, усиленная планка, резьбовые соединения, это все гильзы, запрессованные в эту металлическую планку. Кресло до 80-85 килограмм. Конечно, можно всегда и 90 залезть, и 95, и 100. Ну, срок службы этого кресла сразу уменьшается там в разы. Эко-кожа, как ни странно, но она хорошего качества. Да, есть кривые швы. Ну, это бюджетное кресло. Рекомендованная нагрузка 85 килограмм. Это чтобы оно у вас не развалилось там в первые же там полтора года. Поэтому 85 килограмм. Последовательность сборки мы собираем вот так в магазине. То есть мы сначала прикручиваем к стороне А, которая не двигается. Проушина неподвижная. Наворачиваем сюда болты 2. Потом подгоняем вот эту подвижную сторону. Тоже наворачиваем сюда, но не затягиваем. Наживили болты с одной и с другой стороны. Начинаем выравнивать спинку. То есть, вот таким макаром она у нас будет стоять. Выравниваем спинку, смотрим, чтобы вот эта поверхность хотя бы сходилась параллель с фронтом кресла. То есть, и вот так вот, держа ее, уже начинаем затягивать болты. Опять же, с этой стороны. Если вдруг где-то уйдет, вот эту проушину уже подгоняем. То есть ищем параллель с фронтом кресла. Все, прикрутили спинку, подтянули, выровняли ее, болты затянули. Приступаем к креплению подлокотников. Прикрутили подлокотники, все, они стоят. Они у нас вертлявые лодочки, по высоте двигаются. Все, теперь можно приступать к прикручиванию топгана. То есть топган устанавливается, у него есть вот эта вот гайка, это крутится она, регулирует режим качания. Подвес пользователя, значит, вот мы видим, это коромысло. Вот так вот мы включаем режим качания, вот так вот мы выключаем режим качания. Еще раз, включаем, выключаем. И также этим рычагом мы регулируем высоту сидения, высоту кресла. Все, важная часть, вот эта вот шайба регулировочная, она должна быть, где указан фронт. То есть вот так вот, таким макаром можно поставить. Вот так вот тоже все, это свободно все подойдет, прикрутится, только работать не будет. Поэтому обязательно вот так ставим. Вот, прикрутили мы этот топган. Дальше делаем процедуру с пятилучьем. То есть вдеваем колесики, они вдеваются просто нажатием, применить силу и вдавливаем до упора. Вот они. Они должны входить до упора. Вот до этой упорной шайбы. Я их одевать не буду. Они у меня как будто здесь виртуально будут уже приделаны. Так. То есть собрали мы. Надели колесики. Берем газлифт. Пыльник. Все это дело соединяем. Оп. Все. Вот у нас такая получается торпеда. И соединяем, совмещаем ее с топганом. Вот так вот шлепнуть надо. Вот. Все. Все совместили. Соответственно, берем уже пятилучье. Покажу. Берем пятилучье. То есть она у нас с колесиками. И также соединяем. Все. Вот так. Плотненько. Все. Кресло почти собранное. Придерживая пятилучье, ставим это все дело на колеса. Оп, все.
Садимся на кресло там 5 минут и газлифт запрессуется у вас в петелючи и вот здесь запрессуется. Пробежимся по размерам с рулеточкой. Значит, глубина сидения, то есть этого кресла, мы видим 50 сантиметров, достаточно глубокая. Так, рабочая поверхность от ограничителя до ограничителя, он 40-41 с навалочкой на ограничение. Вот здесь у нас в режиме, в районе талии тоже мы смотрим, вот 32-33 сантиметра тоже в навалочку. Высота спинки 83 сантиметра. Ну и здесь, соответственно, тоже по плечам у нас где-то вот 47 сантиметров. Еще одна рекомендация. Вот эти все декоративные накладки пластиковые пока не устанавливать, потому что болты, вся резьба вот эта, она у вас через пару дней просто соединение расслабится и будет люфтить. Вы этот люфт визуально увидите, если накладок нет. Так, с накладкой вы его не увидите и проспите. Поэтому в течение там нескольких месяцев подтягивайте эти болты в несколько этапов. Поэтому не ставьте эти накладки, поставьте их там через месяц, через два, когда резьба усядется и вы это все протянете уже хорошо. Вот такое это кресло, то есть, напомню, это дрифтинг 75-й, вот он, 175-й. Две подушки, вот они. Да, поэтому у нас есть он в тест-зоне, если что, можно приходить и тестировать кресло. Цена у него, что, какая цена-то у него? 20 тысяч. Цена 20 тысяч.